Привет, друзья! Привет, подписчики! С вами канал Элен Находка. Если вы со мной еще не знакомы, не забывайте прожимать красную кнопочку. На этом канале есть и будет много чего интересного. Сегодня хотела показать девчоночкам, что можно сделать, как спасти свои волосы, когда мы спешим, волосы грязные, помыть голову и высушить, у нас просто нету времени, то на помощь приходит сухой шампунь. Купить такой шампунь сегодня не так-то дешево, но можно воспользоваться тем, что у нас есть на кухне под рукой. Это корица, это крахмал и эфирное масло. Я возьму розу. Эфирное масло идет для запаха. Но если хотите побороть какие-то проблемы, может у вас перхоть, можете взять эфирное масло чайного дерева. Что нам понадобится? Ну, во-первых, хочу сказать, если вы блондинка, то корицу, скорее всего, лучше исключить. Она темная. И ваши корни могут быть темные. Ну, так как я темненькая, шатенка, то я корицу не исключаю. Что я беру? Нам понадобится ложечка столовая. Набираем корицы. Возьму я где-то полную ложку. Этот сухой шампунь мы потом будем втирать в наши корни. В грязные, невымытые корни волос. И возьму крахмала. Крахмала я буду брать меньше. Самое главное в этом деле, вы должны подобрать эту смесь таким образом, чтобы получился тот цвет, который у вас на корнях. Если у вас, вы шатеночкой, сделаете себе более такой светлый, да, состав, то ваши корни будут как седые. Поэтому, девчонки, главное подобрать под ваш цвет волос. Первый раз я делала, получилось более светлое у меня. Я поняла, что надо потемнее. Для чего? Чтобы корни не казались какими-то не такими. Вот, это я ставлю, это лишнее. Возьму я эфирное масло, розы, две капельки, не больше, ребята, девчонки, чтобы волосы не были потом жирными. Все, эта смесь готова. Что я делаю теперь? Распределяю волосы на пряди и наношу эту смесь. Можете руками, где-то над ванной, можете какую-то щеточку использовать. Потом я сижу 5 минут, и после 5 минут беру расческу и все это прочесываю. Можно взять гребешок, смотрите, какие у вас волосы, какая длина. Все, пошла делать.